На фоне жизни новой – мусорные отходы от старой. На окраине Оренбурга по улице Амурской между новостройками, частным сектором и дачным массивом – незаконный полигон, который, судя по масштабу, растет здесь уже не первый месяц. Здесь не просто отдельный бытовой мусор, а целые груды. Видно, что привозили его сюда партиями. Но самое интересное и настораживающее открывается буквально в шаге. Это вырытый специальной техникой котлован и строительные отходы внутри. Только вот что это за химические вещества и как они могут повлиять на природу и людей, которые живут рядом – это вопрос. Именно они первыми начали бить тревогу, причем еще в 2019 году. С помощью привлечения техники муниципалитет убирал эту сванку, но, к сожалению, она сейчас разрослась. Уже есть на сегодняшний день решение суда, возложение обязанностей на муниципалитет. Теоретически, следующий этап – это выделение средств на создание проекта и рекультивацию свалки. Но практически главное, чтобы за это время, а финансирование и проектирование может затянуться, свалка не разрослась еще больше. Как это происходит сейчас с другим незаконным полигоном? Среди свалок Оренбурга его впору уже называть долгоиграющим. Речь о 80 гектарах мусора в районе авиагородка. Только прокуратура и Следственный комитет уже больше года занимаются вопросом их ликвидации. А сами местные жители уже отсчитывают десятилетия соседства с гигантской свалкой. Мы находимся недалеко от авиагородка, где-то метров, не знаю, сколько, 500 от нас аэродром. Транспортной авиации, вот я вижу самолеты. А сейчас телефонная камера направлена в сторону города. Все поля рядом выглядят вот примерно так. Кадры двухлетней давности, но уже тогда площадь свалки исчислялась гектарами. Летом сюда везли бытовые отходы, зимой снег. Ты не один, а с опасной начинкой. Вот так вывозят снег в степь за авиагородком. А вместе со снегом просто горы. Горы мусора. По результатам экспертизы проверок еще в 2021 году прокуратура установила, захоронение отходов здесь опасно и наносит ущерб окружающей среде. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Адрес исполняющего обязанности главы города Оренбурга в 2021 году было внесено представление, однако мер к ликвидации свалки не предпринято. Решением Ленинского районного суда Оренбурга администрацию города, Южного округа и муниципальное предприятие «Биос» обязали свалку ликвидировать. Но вот картина с места почти год спустя. За то время, что природоохранная прокуратура занимается проблемой этой свалки, ее площадь не то чтобы не уменьшилась, а даже увеличилась. Здесь появился крупногабаритный строительный мусор. И вполне возможно, в ближайшие дни его станет больше, ведь впереди апрельские субботники. Благодаря губернатору в областном бюджете именно на эту свалку были заложены денежные средства на проектирование на этот год. 24 миллиона рублей. Администрация города привела в порядок вопросы, связанные с землеустройством на указанные свалки. Вчера был проведен соответствующий конкурс-отбор, в соответствии с которым городу будут выданы деньги на проектирование, и начинают проектирование по устранению несанкционированной свалки. Экологическая экспертиза, подсчет сметной стоимости, выбор способа рекультивации. Всего эти работы могут продлиться до следующего года. Остается лишь вопрос, как не допустить за это время разрастания свалки. Как заверяют в природоохранном ведомстве, рейдовые службы продолжат следить за обстановкой. Но в какую сторону она будет меняться, покажет только время. Анна Втюрина, Георгий Берлуцкий. Новости дня.